рассада лилейника туз прекрасно дополнит более светлые сорта этого растения в многолетней клумбе. Также может выращиваться для срезки в букетные композиции, а для быстрого размножения часто используют его семена. Цветки у этого сорта крупные, до 17 см в диаметре. Корни достаточно неплохо переносят морозные зимы, а листва долгое время сохраняет свой сочный зеленый окрас. Бутоны лилейника туз темно-вишневые с ярким желтым горлышком, из которого исходят радиальные лучи того оттенка. Верхние лепестки с аккуратной гофрировкой по всему краю придают цветку особое изящество. Лилейник гибридный туз – это травянистый высотой 60-65 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка пурпурный с белой зубчатой каймой. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 16,5 см. Лилейник гибридный туз создал Хэнсон Ди. Годом создания растения считается 2000. Растение заслуженно завоевало следующие награды. Honorable Mention 2005. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.